Друзья, всем привет! Вы на канале Squad Board Shop. Я все еще в Шерегеше. Наши тесты VR Freeride уехали, наверное, уже неделю назад. Но, как вы могли заметить, со снегом нам не очень повезло. Мы катались в основном в солнечную погоду. Был всего лишь один маленький снегопад. Выпало сантиметров 15 снега. Его раскатали там буквально за 2 часа. Все остальное время мы катались в солнце, было тепло. Вот, а мне очень хотелось все-таки дождаться этих известных шерегешских снегопадов, поэтому я здесь, не переключайтесь, сегодня я расскажу вам про варежки Dakine. Пару слов о том, почему я решил вообще записать видео про варежки. Тема довольно обычная, ничего особенного нет, но я выбирал себе на этот сезон новые варежки и выбирал именно исключительно Dakine. Мой взгляд, мой взор, мой выбор, я выбирал между несколькими моделями. Я такой человек, например, что когда я выбираю себе какую-то вещь, это сразу Command-C, Command-V, Google, YouTube, я смотрю обзоры, мне интересно посмотреть мнение разных людей. И что удивительно, по поводу дакайновских варежек я не нашел практически никакой информации, уж на YouTube-то точно. Поэтому я решил взять дело в свои руки и исправить эту огромную ошибку, это допущение, потому что мне на самом деле действительно есть что рассказать про варежки Dakine. Выбирал я из верхних моделей, мне приглянулись варежки Titan и варежки вот эти, которые я в итоге взял, это Excursion. Почему? Потому что я мамкин фрирайдер, ведусь на современные тренды, и мне хотелось, чтобы в нем был весь фарш, гортекс, все дела. И, ну и вообще я люблю хорошие качественные вещи, потому что там на крайний случай их на самом деле, если вам что-то не понравится, их можно будет легче кому-то продать, потому что вещь качественная. И я выбираю всегда что-то из верхних линеек. Но когда я пришел в магазин, чтобы выбрать из этих двух моделей, взял в руки Excursion и понял, что это точно они. Потому что варежки мне нужны для гор, для снега, теплые, для минусовой температуры, вот для сибирских морозов. У нас тут было и минус 20, и на самом деле около нуля. И эти варежки во всех погодных условиях Сибири показали себя просто наилучшим образом. Давайте расскажу, почему они так хороши и почему за варежки стоит отдать около 10 тысяч рублей. Давайте начнем по пунктам. Первое. Материалы. Эти варежки сделаны из высококачественной козьей кожи. Она очень плотная. Я, катаясь в лесу, постоянно цепляюсь, ну, не хватаюсь рукой за дерево, но когда ты останавливаешься, надо иногда за ветку хватиться, оттолкнуться от нее, хвататься, ну, когда ты едешь вниз, нельзя за деревья, но постоянно ты от себя отодвигаешь острые палки, хватаешься, чтобы разогнаться. И вот за 2 недели использования с ними вообще не произошло, на самом деле, ничего. То есть у них не появилось никаких там царапин. Я понимаю, что 2 недели это еще такой небольшой срок, но я уверен, на самом деле, что они прослужат очень и очень долго. Дальше по материалам. Утеплитель здесь использован Primaloft. И знаете, чем это хорошо? Это хорошо тем, что он греет в любом состоянии, даже когда он мокрый. То есть я постоянно, чтобы взять камеру, снимаю варежки, куда-то их кладу, или они просто висят у меня на этих резинках, и туда постоянно забивается снег. Как бы я их не прятал от снега, всегда там оказывается снег. И обычно, когда варежка не очень технологичная, ты засовываешь руку в варежку и понимаешь, что там куча снега, и все, для тебя комфортное катание на сегодня практически прекращено. То есть она будет мокрая, она будет холодная, рука будет мерзнуть, ты будешь страдать. Что происходит здесь? Так как Primaloft, я уже говорил, греет в любом состоянии, ты засовываешь руку в эту варежку, чувствуешь там кучу снега, но тебе сразу становится тепло. То есть, как бы, ты чувствуешь, что вокруг есть льдинки, снег, но варежка греет твою руку. И тут начинается самое интересное. Primaloft греет твою руку, она разогревает весь этот лед, весь этот снег, превращает его в пар, и тут вступает в силу технология Gore-Tex Active. Gore-Tex Active
Это улучшенная технология Gore-Tex, которая еще сильнее позволяет выпаривать наружу излишки вот этой влаги. И буквально за несколько минут, вы можете, конечно, мне не поверить, но это на самом деле так. И за несколько минут варежки становятся сухими. Вот ты в них сунул руку, тебе 5 секунд холодно, начинает разогревать прямолофт, начинает испаряться влага, все, проходит 3 минуты, у тебя сухие варежки, ты комфортно катаешься. Это на самом деле очень и очень круто, и об этом очень и очень, я считаю, важно рассказывать, потому что надо все-таки понимать, что технологии стоят денег, и за что вы заплатите эту сумму. Ну, вроде нормально, да, там что-то? Нормально, но про 3 минуты перегнул. Это так на самом деле, чувак, я тебе серьезно говорю. Вот я сейчас засунул, они у меня уже сухие, хотя там снег был. Ну ты говоришь, забил снег, если он чуть попал в снег. Чувак, я тебе говорю, это прям вот, ну типа, это так. Так, давай дальше. Погнали. Дальше по материалам. Вот этот палец, он полностью сделан из замши. И на самом деле это дико удобно, потому что очень просто смахивать снег с маски. Не то, что даже смахивать, а выводить его с остатками влаги, то есть просто можно насухо на подъемнике протереть маску, чтобы вообще не осталось никакой влаги. Вы знаете, когда вы обычно берете вот этот мешочек из-под маски, пытаетесь этот снег снять, получается какая-то вода, и это все просто вода размазывается по маске, вам приходится ее одевать, и стекают капли. Вот. Вот эти пальцы, они на самом деле решают. Они уже впитали, я не знаю, наверное, пару литров соплей, и все равно остаются действенными. И это на самом деле не такая мелочь, как может показаться с первого раза, потому что, не снимая варежек, ты можешь протереть свою маску, и все, и просто не морозя руки, по-быстрому сделал, поехал, комфортно. Хочется сказать еще про размер. Я обычно выбираю себе варежки чуть побольше. Вот у меня рука не очень большая, она у меня худая и с такими средними длинными пальцами. Ну, довольно миниатюрная. Я думаю, что у меня размер M. Я обычно выбираю себе размер L, потому что во-первых, они теплее, потому что там больше пространства. Во-вторых, намного проще на морозе сунуть руку. Я не очень люблю, когда, особенно если там снег, протискиваться через этот снег, совать руку в варежку. Холодно, неудобно. А чуть побольше, ты просто бах, одеваешь ее. Можно даже это делать одной рукой, если вторая там занята, и ты там несешь, например, доску. Вот. Когда я только мерил их в магазине, было ощущение, что вся варежка держится на большом пальце. Это было странно, потому что мне казалось, что она может слететь, потому что тут нет никаких дополнительных утяжек, только наверху кулиса, чтобы не летел снег. Вот. И я чувствовал, что у меня варежка висит как будто только на большом пальце. Даже немного засомневался. Ребята видели, я там переживал, думал, а может надо было M взять или L, ну или все-таки это, или это. Вот, но большой палец разносился, это ощущение прошло. И вот теперь я чувствую, что варежка держит именно вот здесь у меня на запястье. Это вот к тому, что если вы будете мерить варежки в магазине, имейте это в виду. Кстати, вот за счет этой технологии Gore-Tex Active я немного думал, что, возможно, это будут слишком теплые варежки, потому что, когда ты катаешься, ты много потеешь. Но и поэтому я склонялся даже изначально, когда искал информацию в интернете, к титанам, потому что там есть внутренняя перчатка, которую можно вынуть, и варежка превратится в более легкую и не такую теплую. Но я катался в ней, и практически плюс там один у нас был, и минус, и мы ходили в ски-тур. И шли долго-долго, и я весь вспотел, приходилось останавливаться, раздеваться, снимать пуховку, снимать флиску, расстегивать куртку. Но в руки в варежках всегда остались в одном и том же состоянии. Им просто было комфортно и тепло. Поэтому все мои сомнения отпали насчет того, что я выбрал именно ту модель, которая подходит мне. Потому что я еще хотел покататься там, например, весной в Красной Поляне, будет жарко. Но, возможно, для весны, конечно, они будут жарковаты, но вот до 0 градусов они вообще нет такого, что у тебя руки парятся, там, ты снимаешь варежку, у тебя идет пар. Нет, такого нет, на самом деле все очень комфортно. Хочется, на самом деле, заметить, что новые модели этих варежек стоят около 12 тысяч в магазине, но вот именно вот эти зеленые про модель Louis Paradis сейчас по скидке стоят 8600. Я считаю, на самом деле, эту цену откровенно оправданной, потому что
Но это чистый кайф. Я не просто так записываю вам это видео, потому что мне там надо что-то рекламировать. Мне просто хочется с вами поделиться, на самом деле, такой вот своей находкой. И, как я уже говорил, я не нашел ни одного отдельного обзора по этим варежкам. Итак, подытоживая, что же мне хотелось до вас донести сегодня. Приезжая на гору, вы тратите много денег в любом случае. И если какой-то части вашего тела некомфортно, то можно считать, что эти деньги были потрачены зря, ведь надо на горе получать удовольствие. И я считаю, что не нужно экономить на таком важном аксессуаре, как варежки, потому что руки всегда работают. Тебе постоянно надо застегивать крепление, постоянно надо что-то таскать. И когда холодно рукам, ну, кататься становится, вы все прекрасно понимаете, просто не так классно, как могло бы быть на самом деле. Поэтому я очень советую вам варежки Dakine, обратить на них внимание, тем более с этой скидкой за 8600, они вообще перекрывают, мне кажется, весь рынок. Для кого это все-таки слишком дорого, обратите внимание на Титаны, тоже очень советую, там тоже есть Gore-Tex, не актив, а обычный, но в целом это уже очень круто. Так что радуйте свои руки, покупайте крутые варежки с крутыми технологиями, катайтесь на горе в любую погоду, держите свои руки в тепле, не болейте, и увидимся в следующих видео.